Что ж, что ж. Сасич, преступление и наказание. Продолжаем, продолжаем изничтожать просто наши, да. О, дисклеймер. Лицам в данном видео больше 18 лет. Мы не принуждаем насилию, видим только шутки. Никого оскорбить или обидеть мы не пытаемся. Приятного просмотра. Ты такой высокий. Короче, буду отыгрывать твоего раба, ок? Ага. Чё за меня? Ага. Это вообще... Кажется, здесь вода. Хватит так близко ко мне ходить. Ты нарушаешь мои личные границы. За нами больше вроде никто не наблюдает. Тупой, блядь. Тупой, черный. Ладно, все. Хозяин. Хозяин, проснись. Что случилось? А, не... А, вот чего не надо. Догнал вас. Догнал. Хорошая игра. Какая игра? На в яйца. Сэр, ну вы сейчас получите. Перестаньте меня преследовать. Шрап. Постойте, хозяин. Хозяин! Что, что ты нажал? Какой кошмар, что ты? Ого! Уху! Кошка! 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 Успели, еле успели. А то что бы произошло? Нафиг! Я ее на зиму запрятал. Как то... ты сел? На У. Не, она говорит... Ты как это сделал, сукин сын? Она ждала, да умерла. Кто вас научил так играть? Никто. О, я Кто? Сам. Я сам. Я тут, я здесь. Я полагаю, вы начальник этого третьего. Как вы видите, два крепких парня. Вот. Мы стоим на ногах крепко и уверенно. Проснитесь, в глазах потемнело. Кислород тут насыщенный. Отбора младенчества устроена, понимаю, уходим. Нет, нет, с чего вы взяли, что это мой раб? Это мой приятель. Это мой по отношению к вам, чтобы не эксплуатировать вас полный рабов. Конечно. Сэр, он ничего не понял. Что мне нужно для этого? Расцвешил меня, козёл. Тут одна бутылка. Нет, нет, проблема в том, что до Роуза идти без малого два дня, а у нас нет транспорта. Помочь вам не могу. Как насчет угнать их лошадь? Хозяин, попросите у них лошадь. Не всего одна лошадь черная. Я попеку рядом. Мы, видимо, тоже рядом побежим. Но это как решит хозяин. Это леди не моей власти. Почему девушка не может быть вашей власти? Потому что она не черный мужик. Дальше. Ты когда научишься держать язык за зубами? Я знаю, что вы опять прикалываетесь. Боже, боже, кошмар, 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 господи, господи, боже, боже. Это жучок. Эту песню написала моя покойная матушка перед тем, как вы ее забили до смерти. Было, помню. Она тогда так кричала, но эту песню я запомнил. Начинай. Начинай. Странная лимония. Женщины любят, когда на них тратят деньги, но и мужчина должен быть соответствующим. Мужчины тоже любят, когда на них тратят деньги. Сегодня спишут двери. Сэр, если бы вы были маленькой девочкой, я даже не представляю, что бы я смог с вами сделать. Нет, что? Не тебе. Не тебе. Ты почему меня даже не подстраховал? Чем быстрее вы умрете, тем быстрее я стану свободным, сэр. Вы не свободны? Конечно же, он свободен. Ты не забивай голову. Это совершенно не похоже на игры, когда тебя избивают кирпичами. Знаю. Ты тот... Да это знаешь. Знаю. Знаю. Я чуть не рос. Меня папочка Стэн тоже избивал. Эта история растрогала меня. Он умственно неполноценный. Где-то лет на 8. Надо его доктору показать. Может быть, травяную настойку или героин. Часто ли ты употребляешь героин, девочка? Я нет, я не болею. Стараюсь себя беречь. А хочешь еще одну шоколадку? Да. Пойдем за мной. Не надо, сэр. 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 Сэр.
Сэр, я вас предупреждаю. О чем? Не мое дело, простите, сэр. Есть у меня одна мысль. Девочка, а тебе не жарко в этой одежде? Нет. Очень приятно, Вероника. На тебе такая шуба. Тяжелая, наверное. Бери шоколадку. Беги домой, пока я еще спокоен. Я очень мало общался с девушками в детстве, и я очень нервничаю, когда вижу такую налетку. Беги скорее, пока я держу себя в руках. Нет! Нет, девочка! Нет! А хотите, я вам покажу свой зонтик? Нет, спасибо. Давай. А сейчас он у меня в парадке. Да, реально зонтик. Так, как вывернуть всю эту педофильскую хуйню в нормальное русло? Откуда у тебя такой шрам рядом с губой? От папочки Стэна. Что он делал с твоей... Так, тихо. Тихо. Не переживай, тихо. С возрастом шрамы уходят. Всякие мази, лечение уже от рака. Так раки на болотах, зачем от них лечиться? Раки в озерах, девочка. Я могу показать, там есть дыры. Дед, сказал, не показывай. Какие дыры ты хочешь показать мне на болотах? Да-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 а
лассо. 50 баксов оно ваше. Я добыл лассо. Я ее тут немного отвожу. Где ты пропадал? Ходил по делам. По каким делам? Почему мы на кладбище? Чего? Давай, пока я ее отгоняю под города подальше. Оно точно сработает? Да должно. Страшно, что происходит? Вау, ух ты, как ты мягко. Это неправильно, смешно. Давай, хватай. Хватай ее! Это просто социальный ролик, почему не нужно брать шоколадку у незнакомых дядечек. О, боже мой! Я вам отдам эти шоколадки. Куда ты? Там же люди. Понимаешь, мой черный рабочий, он сумасшедший. Как я и сказал, его интеллект очень недоразвит. Ты показала ему зонтик, что свело его с ума. Если ты хоть что-то скажешь... Я замолчать. А как брать гарантию у 15-летней девочки? Давай я еще один шрам поставим, как не думаешь? Не надо! Пальцев у нее многовато. Нет, пальцев нет, много, нет, да? Нет, берите зонтик, пожалуйста. Кошмар какой. Спасибо за зонтик, кстати. Только по венам не пройдись. Нет, глазки все, закрой. Не закрыла, закрыла. И на будущее. Рот тоже закрой. Считай до 10. У нее там целый инвентарь, блядь. Там динамит, стволы, блядь, там ножи. Блядь, а какого хрена? Мы с зонтиком волокли. У нее столько всего было. Почему? Далин, ты ебаный. Почему ты взял только зонтик? Олег, на неправду. Такой долбоёб. Так, что говорить, груз у вас был, да? Да, но тебя это не касается. Да, это такой маленький. Заткнись, черный. Черный. Ты так с ним не разговаривай, слышишь? Чем займемся? После того, что мы сегодня провернули, я даже не знаю. Пропустить, может, в кабаке баночку пива. Черком славно будет выпить. А у вас как? О, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Кажется, это она. Мистер в шляпе, будьте добры, снимите вашу шляпу. Мы все тут в шляпах. Да нет, просто посмотреть на вас хотим, снимите шляпу. Зонтик, как улика. Это он. Да, попал ты, ублюдок. Ограбили девочку? Какую девочку? 15-летнюю. Мы хотим это слушать. Так, поднимите руки, там уже... приведитесь к себе. Мистер Перебоб, что случилось? Я не знаю, я не понимаю. Мы даже не скинули это. Зонтик, чел! Лассо, 50 баксов. Если бы я умел писать, я бы подал на вас в суд. Чище подай. Я законопослушный гражданин. Слухай, закройся, будь добр. Мать вашу, вы меня обрезали. Чел, ну ты сам рядом стоял. Мне уже хуже быть не может. Поверь мне, с петлей на шее дверь будет куда хуже. Ну, так самое вот смешное, это... я-то на Никиту все скинул. Ты это охренел, что ли? Ну ты тяжелость.
лицом к стене, руки на стену. Что же вы натворили, парни? Ничего. Меня только что уронили 4 раза. Зачем вы мне дали эти 50 баксов? Итак, господа, даю вам, пока разогревается кочерга, добровольно сознаться в содеянном. Ты виноват, Дюк. В чем я виноват? Я даже не знаю, что вы сделали. Я не сам не знаю, но ты виноват. Ты один, нас двое, тебе не так жалко. В смысле меня не так жалко? Подумай сам. Чаруди, как тебя зовут еще раз? Билли Боб. Ты нахуй это имя спрашивал? Нет! Ты что замыслил, черный? Хочу сказать правду. А зачем вы тогда хотели ее раздеть? За шоколадку. Чего? За шоколадку, я все слышу. Как? Кого раздеть? Вы чего несете? В этом револьвере сейчас есть один барабан. Патрон. Я буду патрон. Патрон. Я буду... Итак, есть желающие сознаться? Да, есть. Я первый. Начало белый. Расизм. Обожаю эту страну. Я готов говорить все как есть. Он недоразвитый. Ближе к делу. Она показала свой красивый зонтик, и ему, ну, очень приглянулся зонтик. Зачем он грозился ей палец отрезать? Не знаю, ему нужен был только зонтик, ничего более. Мы ее пальцем не тронули, он... Ей 15 лет, ублюдок! Что это за правосудие? Здоровяк, Бэрришка. Я ее не трогал. А у меня есть своя версия. А у тебя прав даже не должно быть. Какого-то хуя права дали лет 30 назад. Это, блядь, величайшая ошибка Америки. Он пытался ее... Еще одно слово. Слово черный, я трюшти язык здесь. Кто придумал ограбить девочку? Тебе вопрос задать. Черный! Вы готовы запытать? Не ори. Доктор вроде есть, надо подозвать его. Давайте черного. Чья это была идея? Не будешь нельзя разговаривать. Говори, кто это придумал. Да я как? Лучше скажи, что... Какого? Как я мог что-то придумать? У меня прав в этой стране нет, блядь. Иди! А я не помню, что идею. 50 баксов на лосо. За то, чтобы ты купил лосо, правильно? Да, да. Кто дал тебе 50 баксов? Ну, он дал мне 50 баксов. С какой целью ты должен был купить лосо? Чтобы связать девчонку. Нет, мы не... Да ёб твою мать! Сука сейчас сказал. Да нет, да погоди. Он пытался ее купить за шоколадку, ребята. Послушай. Нет, да я вообще нигде не прикасался. Я видел это своими глазами. Грозились отрезать ей палец. Она была вся в слезах. Сука, блядь. Ты смешно? Нет. Нет? Ну, знаете, даже если палец отрезать ей, то нормальная цена за зонт, нет? Что? Да ёб твою мать! Я палец никого, отрезать, они долго отсюда не выйдут. Ларри, давай я ему вобью руку в эту... Вам обивку-то не жалко портить. Кровь вы же не отмоете потом. Будет напоминание всем, которые сюда попадают. Какое напоминание, если вы их тут хуярите на месте? Может, этому вбить тогда вон как раз у деревяшки. Давай. За маму. Как раз у деревяшка удобно. За папу, блядь. Да, я прям как Христос, да, сейчас? Распять можешь здесь ночевать потом, как... Ты парень у нас с пристрастиями, да? Для таких ублюдков, как ты, конечно. Эта тварь здесь прилипла надолго. Хорошо, что я репейники собирал с детства. Давай его вспорю и кишки выбросим отсюда. Давай его типа, давай, типа вообще хуйня. Просто кочерга ты там разогрелась уже. У меня будут хуйни сейчас. Давай ему напишем слово какое-нибудь. У нас одна кочерга. Там будет клеймо нашего офиса. Шриф города Роудс. Это так, у меня слов на жопе. Нет, повернись лицом, говорю. Зонтик тебе нравится мне, да? Этому дебилу нужен был только зонтик. Ему ее тело. Завали, ебало. Я очень надеюсь, что со мной похоронят мой зонтик. Это не твой. Как тебе там, Иисус, ты черный? Я искупаю грехи, в отличие от тебя. Как сказал Господь, подставил левую щеку. Дальше не помню. Это меньше из твоих проблем. Стаска его взяла, не вытащил первый. Вышел второй. Фух, у меня аж... Давай, на ёбаный. Урод! Полежи. Давай, терпи, сукин шеф.
Мне нужно чем-то обработать жопу. Да где и жопы-то не осталось. Слушай, так он же говорил этот, что палец за зонтик нормальная цена, да? Так может им пальцы поотрезать каждому по одному? Ну нормальная же цена, блин. Что такое-то это выпуск слишком трешовый. Прям жесткий какой-то. Вот это надо, бля, как хлещ. Ребята, пожалуйста, кто-нибудь меня слышит? Я здесь сдохну от жажды сейчас. Блядь, я сейчас буянить буду. Вот заходит вода. Наконец-то, мне очень нужна вода. Рот закройте. Ладно, извините. Рот закройте. Извините. Тилан Кастер, отпустите, пожалуйста. Нет, всем стоять там. Я буду его сейчас. Пожалуйста, не надо. Я просто хочу пить. Тилан Кастер, пожалуйста, пустите меня. Господь, дай мне щит. Дернул что? Ладно, поворачивай спиной, загибайся. Эмили, выходи отсюда. Нет, 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 не выходите, Боже. Прошу. Прошу, не выходите. Ну я вас прошу. Пожалуйста, кто-нибудь зайдите сюда. Меня же здесь трахнут. Ну что, идешь? Нет, тебя вести надо. Правой стороны держись. Только на морковку не наступить. Тебя бы в постели из-за этого растлили. Но я не в постели. Видишь этот закат? Скорее, я бы назвал это рассветом. Что, Эмили, что? Что не так? Что он сделал? Эмили, пойдем с ним. У него пальца нет, как вы думаете, почему? Его нету в книге, ничего. Ну, потому что мы его пытали. А, вот и признались. Народу да, да, да. Итак, господа, прошу внимания, последнее слово Дайрона Блэка, осужденного на повешение. Прошу внимания. Сегодня вы здесь собрались по очень уважительной причине. Вешайте уже. Знаете, моя мать однажды мне сказала: никогда не делай того, чего не хочешь. Но что я сделал, это то, чего я хотел. Я бы посожалел бы сейчас той девочки, но я этого не буду делать. Да иди ты нахуй, уже вешай. Тогда погоди ты, я последние мои вздохи. Ну все, муж. Все, верю. Давай, давай. Повешение за многочисленные преступления, совершенные лично тобой. Приговор вступает в силу немедленно. Прошу, любите жаловать, Дайрон Блэк. Это тебе за зонтик. Запомнил тебя, я тебя дом. Я выдал, сказал, не увидимся, вода, а умничка, дуча, да? Я хрустнула шея. Могу я бросить в него камень? Нет. Последней радости лишили. А последняя радость — это то, что ты не висишь рядом с ним. Приходите еще. Что ж? Что ж, приходите еще. Позвольте, я пущу ему контрольный пол. Вот какой, какой кошмар. Господа, а камни не разрешили. Пойдем, друг мой, я тебя подлатаю. Такой кинематографичный такой прям смешок. Ну блин, ну не знаю, мне кажется, тут в некоторых моментах был прям такой небольшой перебор. Они такие, блин, как вывести вот эту вот сейчас педофилию как бы в нормальное такое, как бы русло такое прям как-то. Как-то, мне кажется, с ней все-таки немножко затянули. С зонтиком тема, конечно, прикольная, но до этого все как-то слишком-слишком такое, типа, продолжение, да, продолжение было, получается, уроди. Продолжение, получается, было уроди. Ну, блин, моменты им прям было мега смешно, но вот эти вот так немножечко как-то оно... Фух.